Друзья, с добрым утром. Мы уже проснулись. У нас сейчас 6 утра. Мы сегодня спали вот в таком прекрасном месте. Вот такая парковка. Здесь у нас горы. Вот тут море. Мы вечером не стали заезжать на кемпинг, платить деньги. И решили переночевать на парковке. Ну, зато бесплатно. А сегодня утром мы решили проехать немножко дальше, в соседний городок. И посмотреть там кемпинг. Там мы еще не были, нам тоже интересно. Мы сейчас, ребята, зашли, закупились в магазин «Плодины». Самым необходимым это арбуз. Арбуз взяли. Холодненький уже. Потом такие донатсы, два вот таких вот розовых был. Ну, еще одна пачка, Даня их уже замочил. Взяли помидорки. Хорватский помидор. На пляж мы взяли это бурек с мясом. Он на вкус как наш чебурек, очень похож. Угу. Очень вкусно. Потом хорватскую картошку, она у них вкусная. Так, Даня взял себе фанту. Паприку очень вкусная. На тоже. Салатик. Апельсины у них здесь вкусные. Надо всегда брать такие более кривые, такие некрасивые, да. Огурцы. Потом огурцы ихних. У них очень толстая шкура в ихних огурцах. Потом взяли тут моцареллу хорватскую попробовать. И то, что доктор прописал. И доктор прописал, да, Саньке пиво. Вот. Лечить ногу. Один на себе этих даты не взяла. Это финики. Финики, молоко. И вот такие. И хреновки. Хреновки это сосиски. Вообще-то я хотела в Мецкерай взять, ну, в мясном их не было. Возьмем такие, мы их в прошлом году уже тоже брали. И Данька и себе взял себе конфеток. Конфетки. Вот. И мы еще взяли с Алиной два купальника себе новеньких. И за это мы потом, я напишу тут цену, сколько это все стоит. А теперь мы поедем. А теперь мы едем искать новый кемпинг. Город под гора, мы там еще не были. Надеемся, что там есть место. Все. Саня сходил за зонтиком, потому что у нас небо. Вот здесь вот такая штука, очень удобная. Копаем, вставляем, зажимаем, втыкаем и закапываем. А, блин, нога подоболит. Ты тише. Я что-то забыл. Не той ногой. А потом ставим зонтик. И у нас теперь есть тенек. Вот так пойдет. С чем матрасики будем двигать? Все, и загораем. Под зонтом. Вот так. Налейте мне холодного пива. Деловой, да? Все. Так, где у нас там Данька? Данечка плавает на серф-брете. Я плыву! Молодец! Даня в школе плавать научился, да? Ты уплыл. Ой, выпрыгнула. Оп. Это очень сложно.
Я верю, что сложно. Вау! Я поехал! Волны, волны, да, не идут. Вау, супер! Смотри, получилось! Гачки в их держи! Это круто! Теперь опять штыль. Оп. Ребята, я тут лежу, ржу над ними. Решили поиграть они в бадминтон. Что-то из них никто в него играть не умеет. По одному удару и падает. Я тут ржу не могу. У них больше гимнастика, чем игра. Олесь, забей! Олесь, отбила, да не отбил! Отбила! Гол! Ребята, у нас на кемпинге, тут темно, можно брать велики на прокат. Я вот взяла,
и вдоль моря катаюсь. Сейчас поеду уже назад. Так. Такая тишина здесь, так классно. Вот, Танечка хотел со мной поехать. У него тормоза заскрипели. Ему стало не это. Не... Говорит, я так с тобой не поеду, дольше в тормоза. Поехал, пришлось мне одной ехать. Вообще ништяк, классно.